Торжество состоялось в местной средней школе, где учился Сергей Коршунов. Здесь открыли мемориальную доску. Почтить память Героя России пришли его друзья, коллеги и члены семьи. Со словами благодарности выступила вдова Сергея Коршунова. Администрация, большое спасибо. И вообще всему составу, личному составу, администрации, работникам, начальнику УВД за поддержку во всей этой организации. То, что память продолжает сохраниться в наших сердцах. Это самое главное, чтобы нам было к чему стремиться и делать все для того, чтобы больше не было таких погибших, чтобы мир у нас был на земле, и вы были все счастливы. Спасибо. Сергей Коршунов погиб 6 октября 1993 года в районе Дома Советов в Москве. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, младшему лейтенанту присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно. Его похоронили на родине в селе Ивановка Самбурского района. Имя героя носит один из классов Ивановской школы. Ежегодно участники этой школы становятся участниками кросса, посвященного Сергею Коршунову. В Москве каждый год проходит турнир по мини-футболу памяти Героя России.